Всем привет! Новость о том, что Лариса Гузеева и Роза Сибитова не общаются в реальной жизни, шокировала пользователей сети. Как призналась Роза, на этом настояла сама Лариса. По словам Розы, именно из-за отсутствия дружбы в реальной жизни им с Гузеевой удается так долго уживаться в кресле ведущих «Давай поженимся». Сибитова уверяет, что все эмоции, которые испытывают друг другу, им с Ларисой удается выплескивать в студии. «Мы ругаемся, миримся, любимся, что-то обсуждаем», — заявила Роза. Первой не дружить в жизни предложила Лариса. Я сразу ее поддержала, потому что у нее большой опыт, она знает эту кухню лучше меня. Поэтому мы до сих пор жестко придерживаемся этой позиции. Считаю, что Лариса была права. Самой Гузеевой, судя по всему, очень не понравилось, что Сибитова стала публично рассуждать на эту тему. Когда у Ларисы Андреевны спросили про откровение Розы, она неожиданно вышла из себя, дав понять, что откровенничать по поводу Сибитовой не собирается. «Что вы мне задаете такие вопросы?» – заявила Лариса. «Идите вы к Розе, раз она об этом говорит». Надо отметить, что резка Гузеева не только в общении с журналистами. В последнее время Ларису Андреевну злят даже собственные подписчики. Она нередко посылает их во все известные места. «Недорогие плохие люди, которых очень волнует мой возраст, вес и внешний вид. Конечно, сегодня это их вид спорта – рыскать по сетям известных людей и гадить. Но пожилые люди, оглянитесь, посмотрите, сколько вокруг красоты, и, наконец, отцепитесь от меня». Сами подписчики считают, грубость Ларисы связана с глубокой депрессией, в которой находится артистка. Впрочем, сама Гузеева на эту тему тоже говорить не желает. Пользователи высказали свои мнения. «Временами Гузеева ведет себя, как хабалка. Но вообще она мне нравится. Очень много дельного говорит. Злобная тетка, которая никого не любит. Как столько лет в передаче держится. Гузеева много себе позволяет, особенно когда унижает других. Все это говорит о ее воспитании и бурной жизни в молодом возрасте», – высказывались подписчики. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!